Всем здравствуйте, с вами вновь Александр. И сегодня я вам расскажу о коляске, которая, ну, просто вообще, не знаю, идеальное соотношение цена-качество. Она стоит недорого и очень-очень навороченная. Это коляска от компании Baby Design, называется Clever. Прежде чем начну обзор, в двух словах технические характеристики. С полугода до 15 килограмм, это где-то 3 года, может быть 4, в зависимости от детей. Главное, не больше 15 килограмм веса ребенка. Это основное, что касается технической части, именно какой ребенок здесь может ездить. Изучение мы с вами начнем сверху вниз. Начнем с ручки. Ручка, вы здесь увидите ручку, она очень удобная, прорезиненная, она... Из минусов, у нее нет возможности регулировки по наклону, по высоте никак. У меня рост 1,86 м, поэтому смотрите, как вы думаете, потом приблизительно вам она должна подойти. Там пример есть. Вот. Сразу бонус. Подстаканник для родителей. Также для родителей смотровое окошечко, чтобы смотреть за ребенком. И огромный плюс. Это ее большой-большой козырек. Козырек, ну, реально большой. Он даже сейчас в неразложенном до конца виде, он большой. Кому мало, пожалуйста. Для особо замороченных. Вот. Еще больше его можно сделать. Поэтому сверху на ребенка точно ничего не упадет и не промокнет он. Так, смотрим. Что касается сиденья. Высота, кстати... Здесь регулируется с помощью ремешков. Все просто. А, и сразу давайте покажу вам интересный момент. Здесь есть одна фишечка. Когда опускаешь, заднюю стенку можно открыть, и тут сеточка. Ребенок спит летом, тепло, хорошо, продувает, не жарко, все отлично. Также для мамы полезный момент, это здесь вот, чтобы, ну, можно не брать с собой сумку, все необходимое мелкое взять с собой и положить сюда в кармашек. Тоже здоровски. Так, что касается сиденья, сиденье здесь на самом деле очень вместительное, большое, вообще все технические характеристики в миллиметрах, сантиметрах, все в описании, пройдете, посмотрите. Матрасик в комплектацию входит с мягкими боковинками, ребенок уснул на бок там, и у него здесь своего рода подушечка. Что касается безопасности, классика, 5-точный ремень, мягкие накладки на плечевой зоне, а за место мягких накладок на паховой здесь просто широкий ремень. Также бампер обиты мягким материалом, подстаканник, опять же, еще один, подножка, которой можно воспользоваться. Но здесь не стандартная система регулировки, здесь немножечко вот необычным путем производитель пошел. Опа, опа. И, пожалуйста, у вас есть петля такая своего рода, чтобы ребенок не выскользнул из-под коляски, если он не любит пристегиваться ремнем. Ну и плюс это держит подножку в выпрямленном состоянии. Кому-то нравится, кому-то нет. Но здесь так. Также подножка для уже подросшего ребенка. Ребенок подрастет совсем, когда уже без проблем сможет на нее сам залазить. По-моему, удобно. Вот. Вообще, что касается материала, материалы, ну, понятно, они не самые дорогие, тут близко этого нет, но они не раздражающие, они приятные на ощупь, и пошиты хорошо, строчка не лезет, ну, вот все нормально, по-человечески сделано, без вопросов. Так, давайте теперь посмотрим, что из себя представляет рама. Рама здесь металлическая, соединение все очень, ну, без проблем, все хорошо подогнано, ничего не скрипит, не болтается, с этим здорово. Еще большой-большой плюс этой модели. Здесь на всех четырех колесах амортизация спереди и сзади. Вот вы видите даже пружинки. Плавность хода у нее вполне себе отличная. Учитывая, что колеса не надувные, они здесь пластиковые, полиуретан. И вы их никогда не проколите. Вот. Сразу, пока в таком положении коляска, посмотрите на багажник. Он реально большой. На мой взгляд, этот багажник достоин уважения. У кого еще совсем маленький ребенок и первый,
еще не понимает, что багажник большой, это важно. Подрастет, лопатки, мячики, чего только с собой нет. Все это напихали, и у вас свободные руки. Не прете там с пакетами, какими-то игрушками. Это удобно на самом деле. И, кстати, комплектацию на осень вполне себе будет отличная. Ну, в Питере это будет круглый год. Оригинальный дождевик. Ну, а на зиму еще один, кстати, большой плюс этой коляски. В комплектацию входит вот эта большая накидка на ножки. Она реально большая, она толстая, плотная и непродуваемая. И хорошо закрывает ребенка. По-моему, более чем отлично. И она в комплекте. Что немаловажно. Так, что касается тормоза. Тормоз классика. Нажали, тормозим. Отжали, едем. Не очень удобно, ну, что поделаешь. Вот. Теперь давайте смотреть, как она складывается. Что для этого нужно? Вот здесь вот есть такая белая штучка. Нажимаем. И здесь снизу, под ребенком, есть ремешок, за который нужно просто дернуть. Все. Весит она, если память не изменяет, 9,8 килограммов. Это вполне себе адекватный вес для такой полнофункциональной колясочки с хорошей амортизацией. Раскрыли до щелчка обязательно. Ребенок сел. Все, в путь. Поехали. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать, вам рассказал. В двух словах подытожу. Я вначале сказал, это очень крутое соотношение цены и качества. Сейчас май 2017 года, и она на сегодняшний день стоит, если память не изменяет, по-моему, около 11,5 тысяч рублей. Всего лишь 11,5 тысяч рублей для коляски, у которой прекрасная амортизация, дождевик в комплекте, накидка на ножки в комплекте, большое место, имеется в виду сама вместительная, матрасик мягкий, здоровый капюшон, два подстаканника. Куда еще перечислять больше? Огромный багажник. Единственный минус, надо сказать, два. Я уже говорил, ручка не регулируется. И ширина колесной базы 63 сантиметра. Поэтому смотрите ваш лифт, когда будете, если захотите купить, проверьте ваш лифт. Если он меньше 63 сантиметров, она просто тупо не проедет. Поэтому ее нужно будет складывать. Если это вам не напряг, пожалуйста, но это важный момент, учтите это обязательно. Вот. Но так, не знаю, обязательно посмотрите, если вы ищете недорогую и очень напичканную коляску, прогулку с полугода для ребенка. Вот, в принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Было полезно вам видео, ставьте лайк. Не было полезно, не ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И в заключение, большое спасибо первой коляске за то, что дали Baby Design Clever нам на обзор. Ну а вам, собственно, хорошего грамотного выбора. До свидания.